Скорее всего, по данным издания, это будет на территории комплекса «Горная карусель» в поселке Эста-Садок. Комплекс принадлежит ОАО «Красная Поляна», 92% которого владеет Сбербанк. Он состоит из одноименного горнолыжного курорта, а также жилой и коммерческой недвижимости «Горки город». Сочи, который после зимней Олимпиады стал одним из самых желанных российских курортов, после присоединения Крыма вынужден конкурировать с полуостровом и бороться за туристов. Кроме того, уверены разработчики проекта, гостиницы и инфраструктура, оставшиеся после игр, должны приносить прибыль.